Сейчас дойдем. Вот это вот инструкция закона соприсоединения почек. Самый важный момент для привальщиков. Привайте так, чтобы за почкой номер 3 подвое оказалась почка номер 4 привое. Это условно, никогда вы так не сможете сосчитать. Разное расстояние между почками, разная толщина подвое привое. Но принцип вы поняли. Принцип. И тогда у вас будет сад. Вот. Все остальное, знаете, за третьей почкой, восьмая почка привое, или за восьмой почкой привое, это третья почка подвое. В общем, кому надо, тот сообразит. Вот, вот это инструкция для вас. Вот. За одну инструкцию, это, конечно, не Нобелевская премия, но только за одну ее я должен это самое ящика не купить.